микрорайоне Старой Химки проводят усиленную уборку снега. Так, накануне снегоуборочный десант высадился в ЖК Мишино, где из снежного плена освобождали проезжую часть и пешеходные дорожки, парковочные места, подходы к детскому саду. Всего на борьбу с последствиями мощного снегопада, который принес циклон Ваня, только в Старых Химках вышли 130 дворников и порядка полусотни единиц различной снегоуборочной техники – погрузчики, самосвалы и тракторы. Такое количество снега нас не пугает. Мы работаем с 7 утра до 16.00 в усиленном режиме. Техника работает ежедневно с 7 утра до 21.00. Стараемся быстро и оперативно отрабатывать заявки, также чистить наши территории, проезды, все значимые места в городском округе Химки. Добавим, что уборка снега ведется во всех микрорайонах одновременно. Коммунальные службы продолжают вывозить снег на специализированные площадки. За качеством работ следят городские власти. По вопросам уборки снега работает телефон единой горячей линии администрации. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.